Привет, ребята! С вами я, Вера. Вы на канале Дневники Веры. И сегодня я решила слепить пса из мультфильма «Жил-был пес». А как его сделать, сейчас посмотрим. И не забудь подписаться. Слепим голову, туловище, передние и задние лапки, хвост, ушки, мордочку, а также детали для мордочки. А теперь соберем. Начнем с лепки головы. Нам понадобится для собачки коричневый пластилин. Скатаем из него шарик по бокам, немножечко сплюснем. Затем скатаем вот такую толстенькую колбаску. Здесь будет крепиться у пса нос. Прикрепляем. Пальчиками уберем место соединения. Ну вот, как-то так. Теперь нам понадобится черная пластиночка, небольшая, на переносицу. Черный такой небольшой сплюснутый шарик. Это сами ноздри. И сделаем такие две выемки. Теперь такие два бежевых шарика, это будут щечки. Шарик поменьше, это такой вот ротик. Шарики белого пластилина, которые мы сплюснем пальчиками. Это глазки. Черные маленькие шарики, зрачки посерединке. Ну и, конечно же, ушки. Ушки из более темного коричневого пластилина. Такие небольшие пластиночки, висящие по сторонам. Такие ушки. Так, с головы готово. Теперь туловище. Туловище. Вот такой вот цилиндрик. Нужно прикрепить пластиночку бежевого пластилина на брюшко, а затем 4 колбаски слепим, 2 для передних лапочек и 2 для задних. Мы нашего пса посадим. Он будет сидеть, потому что в таких тонких ножках будет тяжело ему устоять. И, конечно же, хвост. Хвост вот такой вот жгутик сплюснутый. Мы берем и сделаем такие полосочки. Это будет имитировать шерстку собачки.
Берем вот так вот на спиночку и прикрепляем его. И теперь соединим нашу головку с туловищем. Вот так легко и просто можно его собрать. Вот здорово, ребята! Наконец-то я его слепила, главного героя этого мультфильма «Жил-был пес». Когда у него случилась беда, его выгнали хозяева из дома, и у него не получалось добыть еду, ему на помощь пришел волк. А потом он его отблагодарил, накормил волка. Я обожаю этот мультик, добрый и прекрасный. Всем пока-пока, до новых встреч!